Приветствую вас, лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев. На канале «Рыболовные приключения» вы всегда сможете найти и посмотреть очень уловистые рыболовные рецепты, насадки на карася, наживки, приманки, ароматизаторы, насадки для рыбалки, леща, карпа, сазана, плотвы, густера, хлеб для рыбалки, тесто для рыбалки, мастырки и прочие рыболовные насадки, приготовленные своими руками. Самые уловистые наживки и тесто – все собрано на канале «Рыболовные приключения». В этом видео хотел бы напомнить о шикарной рыболовной насадке осенней для ловли карася. Карась ее просто обожал. Поехал я ее тестировать, результаты меня впечатлили. Готовится она очень легко, и сейчас я вам напомню, как ее легко и быстро приготовить дома своими руками. Бывалые рыболовы знают, что мирные рыбы, в числе которых караси и карпы, очень неравнодушны к забродившим продуктам. Например, рыболовы специально для таких рыб готовят ферментированную кукурузу или делают прикормки из забродившего варенья. Также многие знают, что карасей и карпа можно ловить на пьяную кукурузу. Так почему в этом случае не приготовить и пьяную болтушку, подумал я, готовясь к очередной рыбалке на осеннего карася. Готовится эта рыболовная насадка точно так же, как и просто манная болтушка. Только вместо воды мы наливаем пиво. Пиво может быть любого сорта. Какое вы найдете, светлое, темное, там баночное, без разницы. Главное условие, что надо избавиться от газов. Для того, чтобы избавиться от газов, я думаю, многие в курсе, надо открыть бутылку и дождаться, чтобы оно выдохлось. Ускорить процесс можно, если взять это пиво, да взболтнуть или перемешать, тогда газы быстрее выйдут. Когда пиво выдыхается, берем баночку, наливаем туда пиво, и добавляем манки. Начинаем перемешивать так же, как и делаем манную болтушку, до тех пор, пока не получится нужная консистенция, чтобы насадка хорошо держалась на крючке. Я же манную болтушку всегда предпочитаю заправлять шприц. Часто опытные рыбаки советовали мне приготовить эту рыболовную насадку осенью и пойти попробовать половить карася. Но как-то я все что-то сомневался, что она покажет хороший результат по карасю. И вот настало время, наконец-то я решился на это, выехал на один водоемчик и попробовал половить там карася. Результаты, друзья, меня впечатлили. Не хочу утверждать, что эта насадка на любом водоеме покажет феноменальные результаты. Ну, на водоеме, на котором ловил я, меня устроило на все 100. Вот результат, что я поймал там. Ведерко мое, ребята. Ну, я не знаю, как их показать вам. Вот такие вот есть красавцы. Ой, блин, чуть не упал, ё-моё, смотрите, где стоит. Ох, и дубасят. Вот такие вот карасидлы попались мне сегодня. Потом посчитаю, скажу, сколько штук. Все, сворачиваюсь, потому что замерз капитально. На втором моем канале «Рыболовное путешествие» вышло видео, как я тестирую рыболовные насадки. Заходите, смотрите, и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.